Привет, Ютуб. Привет, мужики. В общем, зарос мой огород. Не хотел я, конечно, видос снимать, но думаю, почему бы и не показать. В общем, навесил я на малыша культиваторы. Три штуки в один ряд. И довольно-таки неплохо он справляется с прополкой. Вот. Сейчас пойдем посмотрим. Ну вот, ряд сейчас туда сходим. Вырывает все с корнем подчистую. Ну, где попадают между, конечно, остается. А так вот это, у нас его называют коврик. Другие люди называют его армянская трава. Не знаю почему. Но ее столько много, просто капец. Березка, вот она. Вырывает, вырезает капитально. Вот это винничи, то есть веники прошлогодние. Батя сажал. Вот их сколько тут семян повсходило. Это я еще косил их, и все равно они всходят и всходят. Тоже вот с корнем вырывает. Но здесь попало между стрелами. Ну, я пробегусь еще разок. Вот, как-то так. В общем, пойдемте до трактора. Посмотрим, как это все устроено. В общем, фары опустил вниз, чтобы не мешали обзору. Вот. Стоит опорное колесо с плуга. Вот они. Конечно, березка на стойке наматывается конкретно. Вот так это все дело сейчас почищу и покажу. О, сколько березки. Вот. Одна стрела чуть впереди, посередине, возле колес чуть позади. Колесо, получается, стоит почти по центру. Вот. Да не почти, а по центру. Опорная. Но все равно приходится немножко рычагом помогать. Совсем там чуть-чуть. Отлично справляется. Прям довольно-таки неплохо. Единственное, что ремни поставил зубатые. Новые. Сейчас не вижу. Видно, не видно. Новые зубатые ремни. Опа. Вот они. Так, чтобы надолго хватило, будем говорить. И поэтому они в клин очень хорошо становятся. А баемость у них хорошая. И прям такой скрип в начале. А потом тяга идет, не буксят, ничего. Вот, как-то так. Все, сейчас поставлю камеру на штатив. Вон я принес. Ну и посмотрим со стороны, как это все дело происходит.
Так, ну вы сами все прекрасно видели, да? Вот такой проходик, короче. Ну, не все, конечно, но большая часть, процентов 80-90, я бы сказал. Все пропалывается. Отлично. Так что сейчас я заканчиваю. Тут три прохода где-то осталось. Туда-сюда. Ставлю. Есть у меня жесткая барана. На жесткую сцепку. Сейчас заглушу. Вот. Есть у меня барана. Варил когда-то там из арматуры. Она на жесткую. Вместо граблей. Вот поставлю, чтобы можно было прижимать навеской ее. Ну и соответственно сгорну это все дело куда-нибудь. И потом уберу. Сейчас покажу. В принципе, солнце еще у нас высоко, но уже вечер. Поэтому сейчас заканчиваю, ставлю бароночку и посмотрим, как это дело работает. Будет чистенько все. Вот как-то так. Так, вот моя жесткая баронка, вареная из арматуры. Прямо на жесткую. Там на цепях стоят. А это чисто она работает и как грабли. Вот даже арматуру согнула здесь. Вот. Сейчас мы их повыгинаем. И поставим. Впрочем, сейчас я и покажу, как это все дело ставится. Еще не крашеное, покрашу. Только занялся всеми этими вещами. Все, сейчас снимаю. Все тут элементарно просто. Ставлю ее. И вперед, как говорится. Так, сейчас буду поперек стягивать ее сюда до дорожки, чтобы потом удобнее было грузить. Прямо вот так вот буду волком оставлять, а потом просто подъезжать, грузить и вывозить ее. Давайте посмотрим примерно, как это должно, работать. Вот так легко и просто забабахал пол огорода, то есть собрал траву, прогорнул. Ну, где-то что-то остается, но она высохнет. Ничего страшного нету в этом. Зато будет чистенько, без вот такого бурьяна высокого.
Вот такая вот куча получилась. Здесь, там. Теперь вилами собрать и вывести. Земля останется, просыпется. Так что помощник помогает. Замечательно. Крутится, вертится все. Все шикарно. В общем, сейчас закончу. И перейду на эту сторону. Вот как-то так. Ладно. Кому понравилось, ставим палец вверх. Пишем комментарий. Добавляемся ко мне на второй канал. Как наберется 1000 подписчиков и 40 тысяч часов просмотров, будут прямые трансляции, прямо без монтажа, без ничего, как есть. Добавляемся ко мне в группу. Кто будет заходить и молчать, лучше не надо добавляться. Мы ждем нормальных, адекватных мужиков. Вот. Все. Всем пока. С вами был Санек. Еще увидимся.